В процессе расследования дела о наследстве Алексея Баталова появились новые детали по наследству легенды Мосфильма. У многих возникли вопросы по обстоятельствам смерти и похорон Эсфирь Тобок. Ее квартира досталась Наталье Дрожиной и Михаилу Цивину. Позже журналисты нашли могилу женщины. Марина Воробьева является внучкой родной сестры Тобок. Она называет кинодеятеля бабушкой и говорит, что в детстве много времени проводила в ее московской квартире, а отношения с ней поддерживала, пока в жизни родственницы не появились Дрожина и еще одна женщина. Она тоже работала на Мосфильме и дружила с Тобок. После этого общение с бабушкой постепенно сошло на нет. Как считает Марина, этому поспособствовали получатели наследства. Потом она узнала, что та заболела, и в квартиру для ухода подселили двух посторонних людей. Через какое-то время пожилая женщина скончалась. Позвали на кремацию, а потом сразу отвезли домой, говорит Марина, добавляя, что на похороны ее так и не позвали. Сейчас квартира «Эсфирь Тобок» принадлежит дочери артиста Владимира Долинского. Он рассказывал, что приобрел ее у Дрожиной около 13 лет назад, и вышло это случайно.